монолог на рассвете. Или ты стоишь в канаве, долбишь землю. Все вокруг серо. Серое небо, серый в слабом предутреннем свете снег, серые отрепья настоящих рядом товарищах и лица их тоже серые. И ты снова ведешь свой мысленный диалог с любимым человеком. Снова посылаешь свои жалобы небесам. Снова в тысячный раз ищешь ответа на вопрос о смысле твоего страдания, твоей жертвы, твоего медленного умирания. Но вот в каком-то последнем порыве все в тебе восстает против безнадежности смерти. И ты чувствуешь, как твой дух прорывается сквозь этот серый туман, сквозь безнадежность и бессмысленность. И на твой вопрос, есть ли смысл, откуда-то звучит твердое, ликующее «да». И в этот момент в окошке деревенского дома, смутно виднеющегося вдали, похожего на театральную декорацию, вдруг зажигается огонек. «Et lux in tenebris lucet». Свет сияет во мраке. И снова ты часами долбишь землю, и снова подходит конвоир, чтобы немного поиздеваться над тобой. И снова ты начинаешь свой диалог с любимым. И все больше ощущаешь ее присутствие. Все явственнее чувствуешь, она рядом. И кажется, что можно к ней прикоснуться. Что стоит протянуть руку, и ее рука протянется тебе навстречу. Вот что это? Какая-то птичка беззвучно пролетела мимо. Села на кучу выкопанной тобой земли и пристально, спокойно рассматривала.